В столицу Чувашии собрались представители 14 городов по очень важному для россиян поводу – реформированию ЖКХ. Семинар проходит в рамках совместного проекта Всемирного банка и правительства страны. Чаще всего никаких позитивных эмоций аббревиатура ЖКХ у россиян не вызывает. О том, как поменять ситуацию, говорят уже давно и, судя по всему, говорить будут еще долго. В этот раз специалисты собрались в Чебоксарах. Как бы то ни было, с тех пор, как правительство страны озадачилось реформированием этой проблемной отрасли, во многих муниципалитетах появились свои наработки. Ими представители городов и делились на семинаре. Любой семинар – это методическая помощь. Я считаю, что первый в первую очередь принимающей стороне. Интересный опыт создания совета многоквартирных домов набережной Челны. Город рассказал, мы общаемся с руководством города, с мэром города набережной Челны, мы контактируем. Но здесь именно конкретный практический опыт, наработки. У нас тоже есть совет многоквартирных домов. Мы тоже ставим задачу, чтобы работа этого совета улучшилась. Я думаю, тот опыт, который сегодня получат в общении регионы, он будет очень полезен. Сегодня присутствуют здесь и представители, которые работают по разработке нормативной базы Государственной Думы Российской Федерации. Будет полезно и приятно для дальнейшего развития в целом сферы жилищно-коммунального хозяйства, доступности и прозрачности, прежде всего, для жителей нашей республики и граждан Российской Федерации. Чебоксары, в свою очередь, покажут гостям объекты, которые модернизируются на средства программы реформы ЖКХ в России. Продлится семинар до 27 июня. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика.